Всех приветствую, дорогие друзья, подписчики канала Jai Games, с вами Jai. Продолжаем проходить Stalker Lost Alpha. Так, нам теперь нужно получить информацию от Крота. А Крот у нас вообще где хоть находится? На НИИ Агропрома. Понятно. Так, ну что, отправляемся в НИИ Агропром. Время 8 вечера, интересно, нужно будет все-таки завалиться поспать, чтобы ночью не бегать. Так, мы тут переполнены маленько, да? Опять эти псевдособаки. Кстати, одну мы свалили. Да, тут бандиты бедно завалили. Так. Что у нас тут по информации? Так, карта, история, личные заметки, встреча с Серым. Сидыч, конечно, раскопал информацию о стрелке. Он единственный, кто может знать о прошлом. Серый со свалки. Что должен знать о нем, я должен поступить. Да не допустить его смерти. Вот он. Эй, наш... мужик, помоги мне! Военные собираются перебить группу Крота! Нам нужна помощь! Боста второй, я Боста первый, подхожу к точке. Черт, это военный десант, там же наши! Бегу, бегу. Запанул одного.
Так, куда? Туда-сюда. Хватит мне сзади толкать. Да не выполнил. Куда ты пошел, блин? Спасибо, друг, выручил ты меня. Одной ногой уже на том свете стоял. Послушай, военные не оставляют дела недоделанными. Скоро здесь будет спецназ. Нужно уносить ноги и быстро. Побежали, я тебя выведу. Так, ну прежде чем побежать, мне надо патронов собрать. Не все ж так просто. Конечно, какая-то с топливом. Бардет, я ястреб. Покачай старт, двигаюсь вперед. Деньги. Так, где Крот-то? Фу, тут вроде тихо. Можем подождать, пока рейд закончится. Серый мне сказал, что ты ищешь. Это где-то здесь, под землей. Не могу сказать, где именно, сам не знаю. Будь осторожен, удачи. Так, спасибо тебе за помощь, сталкер. Не, приди ты вовремя, мне нужна. Я бы уже был покойником. Серый мне сюда не просто так отправил. А я тебя спас, так что если ты еще что же знаешь о стрелке, то уж самое время поговорить. Хорошо, слушай, я нашел книгу, которая, возможно, придет тебе к некоторой информации, которую ты заинтересован. Но если она попадет в правильные руки, то может быть очень полезно. Я хотел продать ее бармену, но как ты не спас мою жизнь, тебе ее забирать. Где она сейчас? Так, я видел ее в подземелье. Тут из них много входов через... Попадешь в соседний друг. Я могу подробно объяснить, где я спрятал. Сам посмотри, там очень длинные множество комнат. Довольно запутанно, да и мутантов там не пришло много. Так что я вернусь, найти... Но задание найти-то не всегда расскажи. Так, да, ну, хорошо. Смотри, спускаешься вниз по лестнице, проходишь несколько колонн, ходишь в машинное отделение, ищи вход в одной из комнат недалеко. Вот там нашел эту зашифрованную книжку. Сейчас. Удачи, спасибо. Так. Что там, военные что ли пролетели? А мы пока патрончиков соберем.
С кем они махаются, я так и не понимаю. Ладно, все собрали. Свалим в подземелье. А, вход-то там теперь, ё-моё, точно. Совершенно в другом месте. Там попасть, так и так попасть. Ну ладно, мы люди непривередливые. У нас еще и зомбаки, оказывается, вот все-таки не бессмертный, что не пойму. Долбаный тушканчик. Thank you.
Запасов сколько много. Так. Этот хлам еще тогда выкинем. Нафиг он не уперся. Помогите! Так. Так, на один тайник, тайник стрелка мы нашли. Не за хвост собачий. Флешка сталкера. Флешка сталкера, так понял, на трубе. Мишка, аптечка. На себе. Это я удачно, блин. Так, мы теперь перегружены. Вау, 100 репчут, это бабусики, отлично. Пробная гармошка, кому нафиг нужна? Возьмем это по-любому. Фонарик тоже пригодится. Так, флешка сталкера. Да, сейчас будем искать. Это какой-то артефакт. Так, давайте вспоминать. Где-то здесь, где труба вот эта. Yeah.
Блин, вот Брюгер. Выход из подземелья. Я говорю, вот если бы мне кто-то бы не подсказал, я бы хрен нашел. Я ходил тут, мучился, как этот, блядь, что, где, куда, чего, когда, почему, бля. Это вообще капец. Так, ты, так, а что у нас за артефакты-то? У нас... А это у нас все повесил на пояс. Кровоточение, носить ожог, я не знаю. Ну, пускай хоть вот так будет. Разорался, бля. Так, рука Брюгера. Рука Брюгера считает себе множество интересных свойств, одно из которых – невероятность проявления радиации. Каким способом это достигнуто, непонятно. Однако может помочь науке перенести все найденные руки на исследование. Брюгер, я Брюгер, блин. Называю. Черт, какая разница. Так, помочь крысолову. Мечно сказал, что искал фармацевта стрелки, я буду пробовать. Так. Ух ты, ёпта. Чё, ещё один? Ребята, вы не охренели, откуда здесь прям двое взялось-то?
Фарнишер, Тайминков, к северу отсюда. Понятия не имею, какого хрена им нужен. Давайте ослабимся немножко, прежде чем они пройдут. Что мы хотим атаковать их, нечего, немки, чтобы заметили нас. А вы там сами разберетесь. Дерцель минус 5. Фонарик возьмем. Калашник. Деньги, конечно, очень долго берутся. Так. Что, попробуем вздремнуть? Давай 7 часиков в чемане. Это зачем сюда, ребята, зачем? Так, он нажать захотел. Ну, съешь консервы с сардинками. Ну что, давайте на этом моменте закончим. Всем спасибо, кто смотрел. Кому понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк. Подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, также вступайте в группу в Одноклассниках и ВКонтакте. Всем удачи, пока.